Друзья, я нахожусь на практически перекрестке Октябрьской 34 и Дальневосточного проспекта. Рядом есть магазин «Лента», жилой комплекс, если не ошибаюсь, «Пульс», в который все и устремляются для того, чтобы развести покупки из этого магазина. Дорога в данный момент не обозначена никаким пешеходным перекрестком, переходом, ни зеброй, ни светофором, ничем. Есть только пешеходный переход вот там, до трамвайной остановки. Хватает ли его? Нет. До трамвайной – да. А так как люди после работы, во время, будут переходить вот здесь, просто они ждут и переходят, когда проедут машины. Хочется спросить, когда закончится это? Когда здесь будет пешеходный переход? Когда здесь установят светофор? У меня почему-то такое ощущение, что он здесь появится после того, как здесь собьют либо, не дай бог, беременную женщину с ребенком, с коляской, либо какого-нибудь депутата. Собьют здесь верховного, бункерного. Я думаю, что весь Дальневосточный сделают пешеходной зоной. А пока люди будут вот так вот стоять и, рискуя своей жизнью, переходить, перебегать. Что крайне опасно, потому что поток здесь довольно-таки сильный. Машины движутся с хорошей, приличной скоростью. А люди здесь разные. От быстрых, зорких, молодых до пенсионеров, матерей с детьми, плохо ходящих. Ну вот что это за переход? Ребята, это какая-то хрень, это какая-то недоработка. Сколько стоит сделать пешеходный переход? Нажал на кнопочку, люди начинают переходить. Сейчас они скопились, вот так вот перебегают, как могут, переходят. А это огромный риск. Зачем? Зачем рисковать людскими жизнями? Жизнями, когда можно просто поставить светофор, с кнопкой нажал, машины остановились и перешли. Еще раз напомню. Дальневосточный, Октябрьская 34. Давайте решим эту проблему, ребята.